Освобожденные от оккупации территории Азербайджана в Карабахском регионе и прилегающих к нему районах постепенно очищаются от взрывных устройств благодаря кропотливой работе саперов. Мины, оставленные армянскими военными преступниками и оккупантами, продолжают уносить жизни азербайджанцев. Тему продолжит моя коллега Бенавше Назарова. Бенавше, добрый день, вам слово. Здравствуйте, Олег. Вы абсолютно верно заметили. Я бы хотела отметить, что 116 из 156 инцидентов, связанных с взрывами мин, произошедших на территории Азербайджана, в послевоенный период были зафиксированы в зоне, расположенной за пределами бывшей линии соприкосновения. Об этом накануне сообщили в агентстве по разминированию территории Азербайджана. По состоянию на 26 октября 147 из 266 пострадавших в минных инцидентах граждан погибли или получили ранения именно в этих районах. Имеются точные данные о минировании кладбищ, расположенных в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джаджукмаджанлы Джабрейского района, Суарасы Лачинского района. Отмечается, что минирование территорий, в том числе минами и ловушками, это преступление против человечности. В то же время неточность предоставленных со стороны Армении карт создает угрозу безопасности населению. Анама призывает граждан быть более внимательными и избегать незаконных поездок на освобожденной территории, а также не выходить за пределы установленных маршрутов. К сожалению, на освобожденных от оккупации территориях в результате разрывов, заложенных армянами мин, продолжают гибнуть и получать ранения люди. Пока эти территории не будут полностью очищены от мин, будет сохраняться такая опасность. Мы должны знать, что одним из главных намерений врага является причинение вреда азербайджанскому населению и после войны. Мы обращаемся к нашим гражданам с тем, чтобы они были осторожны, особенно если нет необходимости. Они не должны осуществлять поездки в эти районы, пока вся территория не будет очищена, в частности, пока соответствует органы полностью не обеспечат безопасность граждан. В направлении нейтрализации минной опасности проводится непрерывная работа. Так, общественное объединение «Азербайджанская компания против мин» завершает исполнение проекта «Расследование и подготовка отчета с целью информирования международного сообщества о проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях». Представители общественного объединения посетили освобожденные от оккупации Физулинский, Джабраевский, Губадлинский, Зангеланский, Лачинский, Ходжавенский, Агдамский и Тартарский районы и провели мониторинг. Сбор информации был получен путем проведения встреч с представителями саперных и других организаций, действующих на этих территориях. Некоторые эксперты сообщают, что на освобожденных территориях находится более миллиона мин и не разорвавшихся боеприпасов. С ноября 2020 года по октябрь текущего года общая площадь разминированных территорий на освобожденных от оккупации территориях составляет 56 573 гектара. Сейчас многих в Азербайджане волнует вопрос, то, что вот до сих пор армянское руководство не решилось передать все карты минных полей, формуляры минных полей Карабаха. Это, конечно, волнует не только руководство нашего государства, но и Министерство обороны, которое сегодня выполняет боевые задачи на территории, освобожденной территории. Вы знаете, за последнее время не только подрываются там техника, вооружение, которое перемещается по территории, освобожденной территории Карабаха. Но и самое главное, люди, которые работают по восстановлению инфраструктуры, дороги строят, там линии электропередач тянут, или там мобильной связи, они попадают на мины. Почему до сих пор руководство Армении не решается передать именно формуляры минных полей, карты минных полей? И то, что они нам передали по Агдамскому направлению, оказалось, что на 30% всего соответствует действительности. Полученная информация и мониторинги показывают, что на освобожденных от оккупации территориях сохраняется огромное количество мин и не разорвавшихся боеприпасов. А в минировании со стороны Армении нет никакой закономерности. На многих участках мины расставлены очень плотно. В ходе работ по разминированию на одном квадратном метре земли было обнаружено 8 мин. Мины найдены не только на бывшей линии соприкосновения, но и на других участках. В целом на территории Азербайджана были обнаружены мины 24 марок. При отходе армяне минировали не только
там боевые позиции или перед боевыми позициями. Но самое главное, они минируют наше кладбище. Это святыня Азербайджана и всего человечества. Это кладбище. Но они не просто проявляют вандализм, но с другой стороны, они показывают свою сущность. Но несмотря на это, наша республика все свои силы вложила на это дело, пригласила разных специалистов из России, из Турции, из Европы, покупала всех видов в этом направлении современных машин, роботов, чтобы очищать эти земли. Но работа очень тяжелая, очень большая, объем очень большой, поэтому мы вот сталкиваемся с разного рода проблемами. Иногда не только наши военные и мирные граждане, работящие люди там, сотрудники разных фирм, которые наводят там порядок, делают эти места нормально для условий жизни, они вот сталкиваются с этой проблемой. Я думаю, что еще несколько лет мы с этой проблемой будем бороться. Но я думаю, что наша мощь, наши финансовые возможности, наша вот воля нашего народа, удастся нам вот эту проблему решить. Согласно меморандуму, подписанному ЮНИСЕФ, САНАМА и Министерством образования, в стране реализуется программа по разъяснению минной опасности. Международный фонд евразийской печати продолжает эту программу в 6 районах, а организация ДАЯК в 4 районах. В рамках этой программы до 1 июня 2022 года установлено 75 билбордов. О минной опасности просвещены 90 тысяч человек. Онлайн-обучение прошли 1002 учителя. Также просвещены 17 200 учащихся. По последней официальной информации, в Азербайджане от мин и не разорвавшихся боеприпасов пострадали 3342 человека. Из них 574 человека погибли, а 2637 человек получили ранения. С 10 ноября 2020 года по 23 октября 2022 года от мин и не разорвавшихся боеприпасов пострадали 266 человек. Погибли 45 человек, в том числе 35 гражданских лиц. Ранения получили 221 человек, в том числе 89 гражданских лиц.